Всем привет, с вами Кардес, и сегодня очередная серия забегов. Сегодня будем бегать в древние туннели, Ancient Tunnels. Это локация, находящаяся во втором акте. Ну и естественно, как обычно, кто будет бегать? Бегать будет все та же самая Сорка, Эфо Метеор. Снаряжение также без изменений, полный сет Талраши с рунами Ист везде, где только можно. Спирит 35%, War Travelers на 39%, Нагил Ринг на 30%, Висп и Мейдж Фисты. Полный инвентарь различных скиллеров, Сокровища Гида, Анихилус, Hellfire Torch. Итоговый МФ получается 398%. Ну и на свопе Call to Arms. И наемник все так же бегает в Fortitude, с ликом Андариэль и с рунным словом Doom, которая дает ему ауру Holy Freeze, что позволяет ему параллельно использовать ауру Might. Ну и итоговый урон вместе с включенной аурой у него получается вот такой. Что ж, погнали бегать, и в процессе расскажу, что кого зачем. Итак, зачем вообще бегать в древние туннели? Древние туннели — это одна из локаций 85 уровня, а значит в ней можно найти любой предмет в игре. Единственная проблема этой локации в том, что здесь нет никаких-то особенно интересных монстров, по типу, например, спектров в Chaos Sanctuary. Именно поэтому эта локация проигрывает и River of Flame, и Chaos Sanctuary по возможному дропу. Однако выигрывает она в следующем параметре. Здесь нет монстров, которые были бы иммунны к холоду. Именно поэтому эта локация так пользуется спросом у различных Blizzard Сорок. Моя волшебница, конечно, не Blizzard Сорка, но все-таки двухстихийка, и здесь себя чувствует тоже прекрасно. Хотя, понятное дело, что скорость зачистки здесь не такая большая, как у Blizzard Сорки будет. На самом деле, мне эта локация не нравится, наверное, просто потому, что в том числе я не играю Blizzard Сорками. Blizzard Сорки мне тоже не нравятся. Но, соответственно, здесь и шанс нахождения классных рун тоже достаточно низок, потому что здесь нет никаких, ну, не знаю, монстров по типу спектров из Chaos Sanctuary, которые бы давали высокий шанс на руны. Но здесь есть уникальный сундучок, Super Chest, да, который в потенциале может дать что-то интересное. Хотя и редко это делает. Что касается дропа, то здесь дроп достаточно посредственный в целом. Ну, это, в принципе, неудивительно, поскольку мы здесь в большей степени убиваем обычных монстров. Хотя здесь и находятся несколько пачек элитных монстров, из которых можно ожидать получить какой-нибудь интересный дроп. Ну, и в целом, как бы, вот эта локация сама по себе достаточно легко достижима, в целом, вроде бы как. Но иногда проход к ней приходится искать по, там, не знаю, секунд 30-40. Иногда игра генерируется таким образом, что хрен найдешь, куда зайти. В целом, один забег у меня в среднем занимал где-то 2-3 минуты. То есть 2 минуты, если проход находился быстро, и я в локации долго не задерживался. И 3 минуты, если приходилось задерживаться. И, соответственно, на 12-м забеге выпадает когти Натальи. Комплект Натальи, но у меня он полностью собран уже. На 31-м забеге падает массивный вуш, колоссус вуш, шефирный. Сейчас такие особо не ценятся, сейчас нужны только супериор варианты, да, и в принципе колоссус вуш не то чтобы суперценный. Сапоги бессмертного короля на 36-й попытке. И очередной предмет из сета Натальи плюс шапка Талраши падают на 38-м забеге. Ну, сапожки Натальи пользуются спросом, потому что они имеют 40% скорости бега и нужны почти всем персонажам. Уникальное колечко оказывается Dwarf Star на 44-м забеге. На 52-м забеге сапожки, Sandstorm Track. У меня таких уже навалом, а эти еще и с низким роллом. И вообще не ценится только в эфирном варианте сейчас. Копье для Амазонки, ну, это вообще достаточно специфичный предмет. И, возможно, после того, как введут нововведение в патче 2.4, такие предметы и будут цениться. А сейчас абсолютно бесполезный предмет. Cryptic X эфирный на 65-м забеге выпадает. Тоже ценится в основе своей Superior варианты, но и такой можно под какой-нибудь инсайт. И Гладиаторс Бейн с перфектным параметром по защите, но с плохим параметром по урону. Такая доспех тоже ценится только в эфирном варианте, и в основе своей его используют для наемников, если ничего лучше не нашлось. Ну и что по итогу? По итогу, в принципе, получился довольно-таки средний дроп, как и, в принципе, с любой другой локации, которая ничем не лучше и не хуже, чем, например, падала с Диабло в последнее время, или там с Баала. Ну и бегать сейчас все-таки в эту локацию, мне кажется, достаточно поздно уже. Сейчас нужно бегать в Chaos Sanctuary и выбивать там различные классные руны. А Ancient Tunnels, пожалуй, что оставим для нового сезона. Когда из-за недостатка возможности бегать в нормальные локации, можно будет снова вернуться в Ancient Tunnels. Но в завершении ролика хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает канал материально, через кнопку донатов или через кнопку спонсорства. В частности, выражаю особую благодарность Дмитрию Сай, Водяному Коту и Рустему Рахматуллину. Спасибо вам большое. Ну,
Вот и все.